Всем привет, друзья, с вами Малдер, мы продолжаем играть в Wolfenstein Old Blood. Четвертая глава. Че, погнали в люк, что ли, да? Опять вот это корячение по стенам, блядь. Карабкание. Я переключил клавиатуру на английский язык, и теперь, сейчас сказать, опять непривычно, блядь. Потому что всю игру... Стой-ка нахуй. Играли с русской раскладкой, блядь. Готов. Пистолет очень мощный, судя по всему, раскладку, блядь, немецкую пробивает. Так, пульки возьмем. Блядь, пулик-то. От него не больно много. Ну, зато много от этого самого. Автомата. Сейчас глянем, что здесь у нас. Кстати, вот тут еще пульки лежат. У, второй пистолет. Аптечка, все дела. Там кто есть? Там? Никого нет. Пока что, во всяком случае, блять. Там кто-то есть. Офицеры. Два. Штука. Чё это такое? Куда ты полез, блять? Мы подберем сейчас пулек побольше. Пулек побольше. И в бой. Хотя, слушай, а что на втором этаже, блядь? Может, какая-то... Какой-то скрытый путь? Чтобы ёбнуть офицеров? Ой, блядь. Я, честно сказать, ни одного человека пока не вижу. Но к одному офицеру мы точно приближаемся. Сейчас как заору только. Ах, тунг! И со всех щелей полезут, суки. Бляха-муха, вот тут уже... А тут-то уже... Надо прыгать вниз. Блин, тут нет никого вообще, блядь. Тут вообще он на второй... Опа, что там лежит, что ли? Броник, блядь, спрятали. Вот, суки. Прилив сил. Листовка какая-то. Не, не будем брать прилив сил. Подожди, а тут-то чего тогда, блядь? Очень интересно. Я возьму, пожалуй, вот это вот. А, все уже. Все, не возьму. Сбежать на фуникулёре. Так, граната есть. Еще одна. И там хуила ходит. Блядь, далеко уж, ёб твою мать. Куда вот он идет, блядь? Сюда? Очень, не очень, честно сказать, блядь. А как вот его незаметно убить, блядь? Да никак, наверное, не убьешь. Я предлагаю... принять бой. Блядь, тут вообще дверь закрыта. Ёпты. Куда он там ушел? Куда-то ушел точно, во всяком случае. Так, там вон офицер ходит, кстати. Здоровый ушел. Мне куда-нибудь, блядь, спрятаться бы. От него. 45 метров до следующего офицеришки. Пока все по стелсу, блядь. Стелс мой конек, блядь. Так, что там было? Пульки, блядь. Он сюда идет, что ли? Ну нет. Может, офицер-то здесь ходит? Очень на это похоже, блядь. Нет, тут нету. Я, кстати, дробовиком, по-моему, не пользовался ни разу. Тут можно вниз
пизданусь. Бля, я его чуть не запалил, тебя промазал, бля, прикиньте. Чуть по пизде все не пошло, господа и дамы. Так, листок какой-то и броник. Ну, броник мне не нужен. План верхней крепости. Все на максимуме. А дробовик-то у меня на какую кнопку? Так, это не дробовик. Это дробовик. Угу. Труба и нож. Так, где он там ходит, блядь? Наверху или здесь? Судя по всему, наверху. Не хочет, блядь, ни тревогу поднимать, ничего. Где у нас трава-то? Вот он, блядь. Минус еще один. Уилла. Трановай, блядь. Поехали. Бля, что, питалу что-то подать надо на него? Ёбаный рот. Бомбер... Он еще один ходит. Бомбер-то, блядь. Сука, он этот здоровый. А где питание-то подать мне надо? Ну этот хер-то, похер на него, пусть ходит. Это печенюшки. Мне надо где-то подать питалово, блядь, да? Где-то какая? Вот тут, наверное, будка, блядь. Блядь, а что такое? Почему? Мне надо как-то туда пройти. Не хочу попадаться все-таки. Да как открывается с другой стороны? А, вот, там лестница есть. Наверное, вот, сверху, точно. Ножки сломал. Бумаги есть какие-то? Золото коллекционное. Так, патроны нахуй не нужны. Закрыто. Ну почему закрыто? Я же, блядь, здесь. Не. Почитать? Почитать нечего даже. Вот, нет? Патроны, патроны, патроны. Это от этого самого. Как его, блядь? От снайперки. Давай, включай питалово. Он в рубке. Ебать. Чё его, нахуй его убили, да? Бля, сейчас у меня захуярит, блядь. Ты посмотри, какая тварь, блядь. Сквозь стены ебашут, блядь. О! Вот! Ой, там броник хоть. Ай, блядь, убили, на. Думал, проскочу, на. А его нахуй убивать, мы сейчас пробежим, да и все, блядь, правильно?
Так, бери волыну, блядь. Блядь, Скирот, а тут дверь-то закрыта, нахуй. Трамвай. Трамвай, блядь. Не понял, блядь. А трамвай-то, блядь, не задействован, блядь. Почему? Хуё знает. Стоп. Стоп. Какого хуя? Надо его как-то ёбнуть, этого козла, блядь. А как? И тут что-то ебашит? Ага. Где, блядь, ты, сука, откуда ты взялся, блядь? Волчара, блядь. Погоди, там еще один, блядь. Еще один бежит. Не, с такого раз надо было, блядь, со снайперки пиздануть. Блядь, прикинь, нихуя себе забили, блядь. У меня полное здоровье было практически. Представляете, что я не понимаю, что травать-то не работает? Сбежать на фуникулёре, блядь. Так, Джейд, ну-ка. Нужно как-то открыть главные ворота. Должен быть тут центр управления. Тогда я смогу сесть в один из этих вагонов и в темпе свалить. Так, а я что, блядь? Так, дверь-то вот. Или это мы... Вот ворота открылись, блядь. Так, ворота. Ну и что, блядь? Ебаный в рот, блядь. Ну, сука, сквозь стену уже хуярит, блядь. Где, блядь? Я могу в окошко-то вылезти? Могу, блядь. А чё это за проход такой? Ну-ка, нахуй. Чего? Ворота открыл, блядь, что делать ты нахуй, не понимаю. Вот, а чё у меня с первого раза-то не сработало, блядь. Так, валим отсюда нахуй. Всё, там задавило, блядь, кого-то. Как собаку. Внимание, внимание, замковый Хонштейн сбежал, заключенный. Все охране, боевая тревога. Повторяю, замка Эйнштейн сбежал. Заключенный. Все охране, боевая тревога. А, кстати, неплохо нарисовано даже. Сейчас какая-нибудь тварь обязательно поедет навстречу. Точно, блядь. Так, надо будет их ебашить, блядь, а? И хуйня нет. Электричество отрубили. Надо это исправить. Ну что ты такой, сука, неубиваемый-то? Спокойно, дядя, блядь. Может, я гранату кинуть, блядь? Сука, откуда вы там беретесь-то, блядь? Эх, нихуя. На, нахуй, пиздану. Ого! Въебал так въебал, блядь. Да хорош, нахуй! Чё такое? А чё случилось-то? Не понял. Меня убили, что ли, блядь? Странно. Так, не понял, блядь. Ну ладно. Так, прицел-то. А прицел, как смотреть, я забыл. Блять. Смотреть прицел. Во. Интересно, а его можно ебнуть, блять? Смотри-ка, у него там что-то моргает. Колеса, блять. Ну-ка, подожди-ка, нахуй.
Этот ебаный вагон, блядь, там еще один едет за ним. Что, не попал? Электричество отрубили. Надо это исправить. Кидает гранату, блядь, здесь. Да хорош, вы чё, блядь, мужики? Охуеть! Ты что-то я с утра никак не проснусь, что ли, блядь? Ебашут прям, блядь. Моментально, блядь. Погоди, там что-то с этими колесами, блядь, связано. Они потому что под... Может, конечно, на солнце они так бликуют. Ах ты он, блядь. Я, наверное, вряд ли попал ее. Да не попадаю я. Так, короче, блядь, где вы, суки? Электричество отрубили. Надо это исправить. Там их всех, интересно, перебить. Можно ли они так и будут там появляться, блядь, из ниоткуда? Так, в яйца попал. Блядский рот, нихуя себе. Бля, они так и лезут, нахуй. Это ни хера, блядь, нечестно. И чего тут мне делать, блядь? Или можно их там все? Кто по мне мерит? Ах ты, сука. Ну как, блядь, нахуя ты присел? 20% здоровья, блядь. Это там не человек стоит, что ли? А, мне надо по кабелю, блядь, ничего себе. Мне нужно здоровье, блядь. Его броник лежит. Тревога! Нужно подкрепление! Ебать ты, Люша! Сдох, что ли? Команданте. Ракеты, блядь. Нет, хуйню выключить нельзя, блядь, судя по всему. Блядь, там огнетушитель висит на стене, что ли, блядь, не пойму нахуй. Звонит какая-то тварь, блядь. Так, секунду. Погнали дальше! Так, где эти твари, блядь? Они так и будут, что ли? Сука, его даже не видно, блядь. Надо идти, наверное. Вот, баллоны-то есть. Чё там, чё там? Тут припас, это что такое? Сука, как много у него патронов надо, блядь. Надо вот дробовиком хуячить, больно уж. Пулеметных-то до хера уходит. Подобрали. Так, о, пульки взяли. Еще пульки. Сука, я, блядь, даже не видел. Сигнал ликвидирован.
Я что-то внимания не обратил, то, что тут есть офицер, блядь. Да, надо повнимательнее. Так, это что такое? Хуйня какая-то. Запускай. Будут выебываться. Блять, их не видно даже. Сейчас сюда, наверное, при... Блять, где нахуй? А можно зарить, блять, дробовик взять? Нет? Тут близкое расстояние-то. Во, вообще норм, блять. Ебашит нахуй. На, нахуй. На, сука, бля, вот это тема, нахуй. А я тут мозги ебу, блять, с какой-то хуй ргой, блять. Так, 60% здоровья. Тут что-то нам подали, блядь. Аптечка. 40, нормально. Где руль-то, блядь? Вот. Руль, блядь. Ого, там, блядь, самолеты пошли уже. Авиация, блядь. Ты, блядь, чем меня, нахуй? Этот самый, как, Люфтваффе, нахуй. Это хуярит, блядь. Погоди, погоди. Тревога! Нужно подкрепление! Так точно, командир! Так, блядь, что-то там летает, нахуй. Кто меня хуярит так сильно, блядь? Добраться до... Дрон, блядь. Не знаю, как, блядь, типа, как почувствовал кого-то. Увернулся, блядь, самый такой... Да не пистолеты, блядь, где этот ебаный... Какой мудак? А куда? Как ты уходить? Ты сюда, что ли? Уходим, уходим. Уходим. Трубы, блядь, не помогли. Достаточно. Хорошо сказал. Так, я плыву. Я плыву. А куда плыть-то, блядь? А куда плыть-то? Открывай дверь-то, блядь. Сука, в западня, блядь. Эй! Ты прикинь, блядь? А чё, колесо-то тут у меня в этой самой... Кручусь, верчусь, блядь. Воздух-то сейчас... Кончится, блядь. Где-то должен быть люк, что ли, чего ли. Как всплывать-то, блядь? Вот. О, блядь, это что за херня, блядь? Баска, ты Ихтиандр, блядь, что ли? Эй! Погоди, погоди, блядь, надо, блядь, сосредоточиться, блядь. Время на раскачку нету, блядь. Сейчас вам кони двину, блядь. Все, блядь, пиздец. Сука, я не понимаю, что за херня? Может, как-то проход завалило? Надо было его... Где я тут? Да хорош, нахуй, вы что, издеваетесь, что ли? Блядь, как-то надо тогда действовать более слаженно, блядь. Так, патрон. Во, отхуительно сыграл, блядь. Ты чё меня как ебашут ты сегодня, блядь? Так, ну-ка берем, блядь, дробовика. Не могу перепрыгнуть. Хватит хуярить-то, блядь, ебашут, блядь, просто. Перезарядочка. А тут никого и нету, блядь. Подожди, тут же был, блядь, чувак-то, ну. Или он забежал уже? Давай вот на этой поедем. В обратку, блядь. Даже тут что-нибудь есть. Во! Отлично. Еще что-то, блядь. Это не надо. Пульки. Нам ни хера не надо, просто наверх выбраться и все. Оп. Пошла авиация. Я понял.
кто ебашит, блядь, по мне. Сейчас остановимся, берем аптечку и быстро наверх. Алерма, блядь, так, где? Резерв выстрел. Ох ты, блядь. Я не понимаю, что... А, блядь, трубой, надо было дверь открыть. Как это я не мог не заметить-то? Я тут вроде... Все уж там оплыл. Давай всплывай. Эскиз фуникулера открыт. Бешеный пес, которого надо прикончить, и выбрался из тюряги. И устроил кипиш. Один из хельгиных психов? Вряд ли. Но что, псих, это точно. Блять, второго не убил, ну ебаный рот. Он за поворот зашел, блядь. Че ты орешь, ты дурак, блядь? Там он что-то лежало, блядь. Сейчас, подожди-ка. Тут аптечка, тут нихуя. Так. Сейчас мы что-нибудь тут возьмем. Аптечка большая. Броник. Броник это заебись. Вот, сигареточка. Чего? Как не могу? Не понял? А как? А, все, понял. Погоди-ка. Сначала не понял, а потом, блин, как понял. Опа. Тут офицеры есть. А где я? Причем оба прям ряд, блять, прям рядышком. Как, сука, этих здоровых, блять, ликвидировать? Ну где он? Так, пошел обратно. Нам хотя бы одного офицеришку снять. Вон он, блять. Ну, сука, да ну нахуй. Да не это, блядь. Так, где офицеришка? Ой. Тише, тише, граната, блядь. Где-то он тут наверху хуила, блядь. Вот он, на нахуй. Дро? Хорош, нах, ты чё, блядь, дурак, что ли, блядь? Ракетами-то ебашить. Мне все пульки на мак... Гранаты. Гранаты тоже на максимум. Ой, блядь. Аптечки. Аптечки все есть. Патроны давайте возьмем. Вот карта. Карта пещер, которая мне, конечно же, не нужна. Я картой, блядь, вообще пользовался. По-моему, ни разу. Карта пещер. Куда же нам надо? Вот тут есть. Так, я оттуда пришел, да? Пришел такой. Мне надо вот тут... Подожди, куда же надо-то? По трубе, что хотите сказать? Я не могу на трубу тут запрыгнуть. А, вот сюда, наверное. Хотя здесь прохода-то нету. Может, пиздануть?
ключи-то, блядь. Ну, карта, блядь, теперь воспользуемся. Взади, взади, подожди, взади-то, блядь. Взади что-то есть. Нет, не в этом сзади, блядь. Вот тут что-то есть. О, там потайнушечка, наверное, какая-то. Вот здесь, да? Надо сюда залезть, блядь. Это секретик или чего? Не секретик. Так, тут есть офицер, блядь. Чего? Не сдох? Ты, еб ты мать. Нихуя себе. Блядь, я думал, тут сидит кто-то, блядь. Так, где этот хуило? Нет, 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 блядь, перезарядку мне. Подохни уже, блядь. Блин, как неудобно тут расположение. Этих кнопок, блядь. Оружие, блядь. Так, автопулемет там есть. Готов, на. 23, где этот хуеплет? О! Давай, убивай, ты чё? Так, я ухожу от него. Где этот ебучий офицер? Это здесь, что ли? Здесь пулемет. Хорош! А, бля, убили опять. Сколько я, блядь, я раз здесь уже умер, блядь, за сегодняшнюю серию. Что за хуйня, блядь? Вот все из-за того, что я этого козла не убил, блядь. Так, убил, блядь. А, заметил, хуйло. Алерма! Ёб твою мать! А, там турель, блядь! Ищ, кто что-то там, блядь! Ёбаный рот! Блядь, пиздануло! Где тут козлина, блядь? Да в пизду, он сказал. Так, 26 метров. Может, тут где? Сейчас хуй найдешь его, блядь. Так. Баллоны, блядь. Хотя вроде... Офицер, блядь, рядом с... Не, не офицер, не вижу, блядь, кто нахуй. Все, сейчас сдохнет, нахуй. Нет, ебашит еще, блядь. Мне бы подлечиться, блядь. Ну, так я возьму вот эту ебалу, блядь. Готов. Что-то летит, да? Ушел, улетел, блядь. Так, броник, отлично. Вот моментально восстановили здоровье, блядь. Вот тут, интересно, что-то есть? А, ну нет, тут стены все такие одинаковые. Как бы сдох. Открытое испытание пещеры, блядь. Крутим, блядь. 150 патронов у нас еще есть. От турели, блядь. Сейчас полетят какие-нибудь дроны, блядь, еще что-нибудь. Это
Так, слышу кого-то, блядь. Но пока не вижу. Мышкой, блядь, это бегает. Не, этого не надо. Так, это не надо. А куда идти? Кувалда бери, блядь. В харю кому-нибудь, как барасим только. Сюда, что ли? Дерево, блин. По стелсу, конечно, такой дурой, блядь, точно не пройдем. А, ну все, блядь, докрутились. Там сейчас ее в любом случае надо будет бросить, блядь. Надо лезть наверх. По стене. Очень жаль. Пулемет хороший. Гульки, блядь. Обосрались, блядь. Интересно. Оп. Надо побыстрее бы пробежать этот мост, блядь. Как-то не особо уверенно я чувствую себя на нем. Трубой нахуй за хуй, блять, а чё? А, тут стелса нету, блядь. Можно так хуячить. Где, где, где? Блять, дрон нахуй, иди сюда. Где еще? Сниму, блять. Где-то хуярить не понимаю, блядь. А, ты здесь. Вот так, блядь, и раз. Пидорас. Там вон внизу, кстати, что-то есть. Что-то такое там интересно. А, это здесь светится. Броник, блядь. Засунули. Броник, броник, броник. Блядь, только не кидай. Сука, нахуя ты его кидаешь каждый раз? Ты, ну хорош, нахуй. Возьми с собой. Соображай, Биджей. Я так и не посмотрел, что значит Биджей, блядь. Бенджамин какой-нибудь. Перезарядка, блядь, ну хорош, ты что ты делаешь? Вот так раз, блядь, здоровья не осталось уже. Нам надо подобрать что-нибудь. Каску хоть, блядь, взять. Хотя бы что-то, блядь. Так, вот, есть аптечка. Есть небольшая аптечка. Ну, лучше, чем ничего. И броник лежит. Я броник как пропустил. Туалет. Туалетен. Туалетен. Что там еще там? Погоди-ка. А, каска. Помойка. В нее спрятаться можно, что ли? Нет. Эх, блять, сколько у вас там, нахуй. Тачка. Блять, сейчас не Лена. Ловко. Что там надо открывать с другой стороны? Ах ты, сука. Да где, где, где? Не вижу, блядь. Сука, не может быть, чтобы я тебя пропустил, блядь.
Да сука, сдохни ты нахуй! Кто по мне хуярит, блядь? А, там снайперы, блядь. Ну, снайперку в натуре взять. Машина горит, блядь. Так, где еще один? Сдох. Интересно, а пизданет еще раз? Там канистр-то вроде целый, блядь. Пиздос, блядь, способ открытия, конечно. Ну, а хули? Лучше такой, блядь, чем никакой. Так, каска, машинка печатная. Для сохранения. Патронов нам не надо. И хули? Как пройти-то туда? То есть надо что-то нажать, что ли? А, люк есть. Что такое, блядь? Люки ты сделал? Я хотел через окошко сначала выпрыгнуть. Ой, блядь. Где? Где-то видел, блядь, броню, блядь. Ну что такое, бля, хуярить нахуй? Этот дрон ебучий. А чё за херня, блядь? У меня это самое... Дробовик, что ли, кончился? Как, блядь, кончился? Не может быть. А, блядь, 8 патронов всего лишь осталось. Мне надо... До таверны еще успеть, блядь. Тут два их, блядь. А, сука. Так, дроны. Надо что-то, блядь, взять тогда помощней. Для дронов-то. Может, тогда с пулеметами сначала побегать? Да не с этой, блядь. Ёпта твою мать. Я не то оружие выбрал, блядь, и побежал, блядь, напролом. Думаешь, хули тут уж менять-то, блядь. Да не это, блядь, вот это мне надо. Ой, блядь. Вот, сука, за сколько лет вот привык тоже, опять же. Пистолет на двойку у меня всю жизнь был, блядь. Этот самый такой. Автомат, дробовик. На тройку, блядь. Автомат, блядь, нихуя пиздануло. Автомат на четверку, блядь. А тут, блядь, хуй пойми, через жопу все сделано, блядь. Пистолеты на тройку, блядь. Так, ладно. План Б, блядь. Тут есть аптечка у нас. Перезарядка ебучая! Швайза, блядь! Да давай, сука, как это, блядь! Сдохни уже! Так, берем, блядь! Дрон куда делся, блядь? Взорвался. Все, опять сдохну сейчас. Охуеть! Может их снять, блядь, со снайперки, что ли, блядь, пока наверху стоим вот здесь вот. Ну-ка, давай-ка попробуем. Хотя бы этих вот, блядь. Красных хуеплетов. Бля, они не дураки, нихуя. Они не выходят, блядь.
Так, ладно, этих захуярил. Ебать, тулюсь у них. Я тут тоже заебашил. Где там еще один? Во, тактика, блядь. Вон тут еще. Ох ты, я ты что, не сдох, что ли? Это же другой, блядь. Ах ты, сука. Так, ладно, сдох. Надо перезарядить. Вот этих двоих петухов. Так, что там? Блядь, ебаный рот. Надо вот здоровяка хорошо это получается мочить. Козлов. На нахуй. Так, 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 так. Это мы все соберем. Это с дрона выпало. И это тоже. Это что? Надо взять нам. Че это было, блядь? Ох, нихуя! Собачка, блядь! Хорош, нахуй, ты че, блядь, делаешь? Блин, там аптечка где-то была. Да бери их где-то там, нахуй. Перезарядка? Хуй тебе, блядь. Блядь, пулемет, 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 блядь, там лежит же. Охереть, блядь. Собачка, нахуй. Где еще хуячит? Хуячит только в путных. Так, броник, блядь. Норм. 180 патронов, отлично. Че ты не взрываешься-то, однако. Все, вроде подав. А, это не лестница. Опять труба, блядь. Я могу взять вот это с собой, блядь. Ну, блядь, ну почему ты бросаешь это всегда? Ну, блядь, не знаю, на плечо ты. А! На плечо ты его положи, чуть, блядь. Сюда нам, что ли? Не понял. Туда? А тут бы я не прошел, что ли? Ну, тупик, блядь. Так, броник, как чувствовал, что он тут лежит? Какое-то очко. Пробитая, блядь. И чё, блядь? Ага, вижу. Очень плохо вижу. Вот тут дырка есть. Дырка есть. Внимание, жители Падерморна. Введен комендантский час. Опасный преступник на свободе. Ходить по улицам ночью опасно. То есть, а днем заебись, блядь. Я там днем вырезал, блядь. Народу миллион, блядь. Офицеров нету пока что. Пока никого вообще нету, блядь. В принципе-то. Собаки, блядь, что ли?
Где он? О. Эй, господин! Не будет пары монет? Версупа. На супчик. Остерегайтесь волков, добрый человек. Добрый человек. Не понимаю. Слышите, как они зубами своими щелкают? Волки нас всех сожрут, если ничего не сделать. Картишки. А нам сюда и надо, ведь? Пивная. Сюда-то мне и надо. Пивная. Еще парочку. Динаршетсен, Зиген и Мунлихт. Нарцисс тонет в свете луны. Я отведу вас к Геру Кеслеру. Как тебя зовут? Аннет. А вас как? Уильям Джей Бласковец, армия США. Вас все так зовут. Отец называл малыш Билли. Малыш Билли. Малыш Билли. Малыш. Не очень-то подходит взрослому. Чаще меня называют просто Биджей. Мне нравится. Такое имя вам к лицу. Спасибо. Наверное. Тут даже никаких секретиков нету, что ли? Вот же что-то лежит, блядь. Записка Аннет. День первый. Спросила Гера Кеслера, могу ли я шпионить для него. Он сказал да. Я буду записывать свои наблюдения здесь. День девятый. Скукотища. Ничего не происходит. Я слишком много думаю и от этого грущу. День пятнадцатый. Много нацистов проходит мимо таверны. Один из них посмотрел вверх, но, кажется, меня не заметил. Скучаю по тебе. День шестнадцатый. Пришла группа нацистов, и это нацистка Хельга. Они куда-то собираются готовить машины. Готовят машины. День 17. Хельга уехал из города вместе с армейскими. Куда? День 18. Приходил со своей собакой здоровенный тип из замка. Вид у него жуткий. День 21. Гер Кеслер велел мне прекратить шпионить. Слишком опасно, он говорит. Люди могут заметить. День 61. Гер Кеслер сказал, что скоро прибудут агенты союзников. Надо подготовиться. Буду снова шпионить. День 63. Удалось украсть снотворные пилюли в аптеке. За мной гнался нацист. Сердце колотится. 64. Двое нацистов пили в баре. Подсыпал им снотворные пилюли в пиво. Они отключились в переулке. Мы затащили их внутрь и раздели. Кеслер велел мне сложить одежду и убрать коробку. День 66. Вышла в лес через подземное озеро. Положила коробку с одеждой в спрятанную машину, как и сказал Гер Кеслер. Теперь приятно снова выйти. Как приятно снова выйти на солнышко. День 69. Взрывы из замка. Агенты? Напугана, но и рада. Может быть, я тебя еще увижу. Ну вот, бро... А, блин, а мне и не нужен. Золотишко зато взяли. Потайное. Потаённое. Гер Кеслер, да, мы вперед. Он ждет вас. Это господин Биджей, Гер Кеслер. Он знает пароль. Биджей? Уильям Джей Бласковец, армия США. Да, я помню ваш голос. А где ваш друг? В Авраамовом лоне. Мертв? Моя девочка проверит, но потом спускайся и спрячься в пещере. Да, Гер Кеслер. Нужно отнести ее вниз. Открыть люк в подвал. Откройте люк у барной стойки. Да подожди ты, блядь. О, еще. Патронов от дробовика набрать. Агент Бласкович, мне нужна помощь.
Бласкович. Так-то, блядь, Бласкович вроде. Да, так сказать, до сих пор не знаю, как правильно. Хотя английское произношение вроде действительно. Вы разблокировали перк улучшение здоровья 1. Улучшение здоровья 2. Быстрее, Бласкович! Да погоди ты нахуй. Я тут какие-то перки. Откройте люк у бара! Разблокирую, бля. Скорее! 317 здоровья, бля. Перк 3-то нельзя разблокировать. Блять, уже. Уже все кончилось. Очень жаль. Ну ладно. А что это за перки-то, блядь? Погоди-ка нахуй. Справка, перки. Увеличить здоровье до 250%. До 200. Убить 5 врагов подряд в режиме прилива сил. Увеличить максимальное здоровье. Не, слушайте, ну это что-то дает, во всяком случае. Увеличение здоровья на 5 пунктов. Увеличить скорость восстановления здоровья на 30%. Не, это можно делать, блядь. Увеличение разгрузки позволяет носить с собой на 20% больше боеприпасов. А это что такое? Позволяет время усиливать броню. Сбор шлемов. Убийство противников. Убийство трех противников одной гранаты. А, вот с двух рук-то надо похуерить тогда. Займитесь этими свиньями, Кент Бласкович! Убейте всех! Они в пивной, ломайте дверь! Запритесь. И не открывайте, пока не скажу. Блять, не то, не то, не то. Аккуратненько. Так, гранаты это вот не очень хорошо, конечно. Блять. Перелет. Залезай в окошко, хуила. Сколько же этих нацистов развелось? Очень много. Тут можно и снайперки, кстати, похуерить их неплохо. Ну, сразу двоих хуйнул. Одним выстрелом. Где он, блядь? Блядь, ну не попадают, блядь. В стену попадаю, блядь, тоже я. Так, где, блядь, ты ладно, ты откуда взялся-то, хуила? Где? Ну все, пора открывать погреб. Пора. Погоди-ка, пора, блядь, надо подобрать. Аптечку мне не надо. Блядь, тут вот искал бегло аптечки, они тут лежат, блядь. Это я понимаю, размер, блядь, камина, нахуй.
Что у нас там, аптечки? Это не аптечки, блядь. Это патроны. Итак, у нас, значит, получается, все есть, да? Ну, давай откроем. Блядь, надо серию уже заканчивать. Уже. Все. Все нацисты мертвы. Можно... Американец! Отставить. Я и убью и тебя, блядь. Угу. Перезарядка, блядь. Ты забрал ее у меня. Готов, на. Ой. Сюда! Судя по всему... Бабах! Должен произойти. Бласович, вы целы? Порядок. Мне жаль вашего друга. Спасибо. Как его звали? Уэсли. А что с девушкой? Она пойдет с нами. Я хотел спросить, кто она? Спасена из депортационного конвоя в Вульфбурге. Семьи нет. Кроме меня у нее никого. Тайная пещера. Ох, сколько там бумажек-то, ебаный рот. Письмо Софии, блядь. Письма. Ой, блядь, тут столько сейчас читать надо будет. Погоди-ка. Это что такое? Рецепт. Господину Людвигу Кеслеру. Адрес Кенигштрассе 12. Барбитал 1 миллиграмм. При депрессии. Принимать согласно рецепту. Январь 46-го. Бернард Хирш. Регистрационный номер 73629. Записка Кеслера. Я никогда не забуду твои слова, Софии. Софи, не теперь властям. Не верь властям, но защищай права других людей. Сражайся за равенство для них. Будь добрым. И за это они убили тебя. Я завершу начатое тобой, любовь моя. Не буду ли я когда-нибудь уверен в безопасности Аннет? Может и нет. Она говорит, что хочет найти свою подругу в Вульфбурге. Когда-нибудь мне придется ее отпустить. Статья. Трое анархистов казнены за измену. Берлин, 4 апреля 1940 года. Трое анархистов, женщина и двое мужчин, студенты, члены местной террористической группировки, были вчера казнены через повешение. Все казненные были приговорены к смерти, поскольку распространяли на улицах Берлина опасные пропагандистские анархические листовки, направленные против фюрера. Ядовитые идеи распространяются в некоторых кругах студенческого сообщества, и это грозит опасностью не только нации, но и тем мужчинам, которые ежедневно рискуют своими жизнями на фронте, сказал палач Эрнст Дитрих зрителям, собравшимся посмотреть на казнь. Такое поведение мы будем карать быстро и жестоко. Листовка. Немецкая молодежь, поднимайся. Товарищи немецкие студенты, наш великий народ находится под властью извергов, ненавидящих свободный дух немецкого студенчества. Система образования постоянно разрушается изнутри моральной элиты, выдвинутой в лидеры студентов и гауляйтерами партиями. Это нечто иное, как позор. И хотя давно пришло время подняться и возвысить свой голос против этого, молчание становится оглушительным. Может ли быть так, что мы, народ Германии, заслужили все это? Нашей стране уже приходилось бывать в когтях ужаснейших тиранов. Но сейчас мы поднялись...
Мы подчинились самому чудовищному из них. Я точно знаю, что многие из вас согласны со мной и знаю, что многие из вас боятся говорить. Но если этого не сделать, знаете, они придут и за вами. Они придут за немецкой молодежью. Когда настанет час, Гитлер отправит наших сыновей и братьев на войну, и кровь их прольется на чужой земле, и мы ничего не сможем с этим сделать. Неужели мы позволим партии фашистов привести нас к неминуемой катастрофе? Или мы сумеем изменить курс, по которому движется наш народ, направив его в будущее, свободное от тирании? Выбор за вами, немецкие юноши и девушки. Поднимайтесь, защитите доброе имя нашего народа, не позволяйте ему скатиться в бесчестие. Сражайтесь с фашистами и их гнусным режимом за свободную Европу, свободную от оков идеологического образования Адольфа Гитлера. За Европу, где все будут равны. Вставайте, иначе может быть слишком поздно. Софи Кеслер, студентка философского факультета, Берлинский университет. Ты не мерзнешь, дорогая? Ничего. Агент Бласкович, нам пора. Пора так пора. Мои вещи. Я отправлю за ними кого-нибудь. Итак, куда мы направляемся, Кеслер? В Вольфбург. Там будет Хельга и наша папка. А что там? Смерть, агент Бласкович. Смерть. Часть вторая. Мрачные тайны. Хельге фон Шапс. Какой сегодня день? 17 марта. Воскресенье. День Пурима. Да. Я сделал этот подарок папиной мастерской в Вульбурге. По еврейской традиции в этот день дарят еду. Но мне хотелось подарить ей что-то особенное. Что это? Кошка. Ее любимое животное. Я только собиралась ее подарить, но пришли нацисты и... Неужели прошло столько времени? Этот город полон тайн. Его история — сплошные смерти и разрушения. И теперь Хельга тычет палкой в его сгнившие кишки с бессердечным любопытством ребенка. А что в сумке? Листовки. Моя жена раздавала такие же в Берлине. Нацистские свиньи повесили ее за это. Schrecklich. Keine Sorge, Annette. Не бойся, Аннет. Господин Баскович позаботится о тебе, когда меня не станет. Ich kann auf mich selbst. Я и сама о себе позабочусь. Глава пятая. Вульфбург. Но мы прошли целую главу, кстати, за серию. Агент Бласкович, вы должны найти агента второго. Я дал знать о вашем прибытии. Агент второй знает, где Хельга. Хорошо. Столько смертей из-за дурацкой папки. Если не найдем ее, смертей будет еще больше. Мы с Аннет спрячемся здесь. Я украл у этих свиней пару раций. Будем общаться с их помощью. Возьмите. А теперь вылезайте из лодки и помогите затолкать ее под пристань. Leg dich hin, meine Liebe. Пригнись, дорогая. Mein Lieben. Кошку ты возьми, Ну чего, давайте тогда на сегодня и закончим. Дом агента второго находится за рыночной площадью. На северо-западе, за таверной. Рядом со старой пекарней Шмидтов. Пароль тот же самый.
Закончим на сегодня. И так уж, блядь, затянулось. Пиздец, как долго. Надолго. Продолжим уже в следующей серии. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.